Это же так круто выглядит! Не, ну это выглядит очень жестоко и омерзительно, но от этого не менее круто! Эта история началась очень и очень много часов назад. Я просто хотел записать очередное обновление Яндери симулятора. И да, там вышло несколько обновлений, если кто не знал. И, как обычно, я решил почитать ваши комменты и посмотреть, что вы мне там напредлагали. И среди огромного множества комментариев я увидел вот такой вот. Заходишь в меню, и там есть First Person, и бац, ты играешь от первого лица Яндерки! Залайкайте, чтобы Фокс увидел! И что вы думаете? Я, конечно же, на это повелся. Я зашел в Яндерку, протыкал все возможные менюшки, которые там только есть, и нет, с обновлениями не добавили режим от первого лица. Либо у меня его почему-то вот нету здесь. Где бы я ни тыкал, я его не нашел. Но мысль, что может существовать Яндерка от первого лица, слишком глубоко засела в моей голове. И я решил поискать ее. То есть я забил на эти ваши обновления и пошел искать мод на Яндерку от первого лица. И вы не поверите, я даже его нашел. Но все видео и канал человека, который выпустил этот мод, были удалены. Я не знаю зачем и почему, но больше его моды мы скачать не сможем. Это очень и очень грустно, но я не разочаровался, я пошел искать дальше. Я нашел еще один канал и еще одну ссылку для скачивания. И уже эта ссылка говорила, что мне нужно купить какой-то премиум, чтобы скачать все эти сраные папочки. Стоило это все не очень-то и дешево, но ради искусства и контента я был готов на все. Я наконец скачал этот мод, попытался его включить, но кнопки какого-то хрена не работали. Вот у меня открывается мод, я нажимаю на кнопку включить, выключить, но ничего не работает. Это что, я вообще деньги отдал свой, блин? И вы думаете, я остановился на этом? Нет, конечно же, я не остановился. Я стал искать еще, и еще, и еще. И потратил на это огромное количество часов. И, наконец, я нашел канал, на котором есть рабочая Яндерка от первого лица. Вот она работает, все там замечательно, он там бегает, все классно, но нет ссылки. Чувак просто показал работу этого мода и не оставил ссылку. Зато оставил свой Discord, в который я зашел и попросил ссылочку на этот мод. Как оказалось, там есть целых два человека, которые занимаются модами в Яндерке. Они мне все скинули, показали, рассказали. За это им огромное спасибо. Я оставлю ссылочки на их каналы в описании. Можете зайти, посмотреть, подписаться. И, наконец, я скачал этот мод и... Да... Он заработал. Представляю вам, Яндерка от первого лица. Правда, старая версия, но это хоть что-то. Я до этого вообще никакую не нашел, так что я прям счастлив, что хоть это у меня заработало. Боже мой, сколько я времени потратил, чтобы погрузиться в это. И у этой версии Яндерки вот есть один минус, то, что мы когда ходим, вот этот вот бред происходит, и меня сейчас тошнит. И еще есть несколько минусов, да. Вот, к примеру, как двери открывать? Вот, вы понимаете, нет? Дверь. Откройте, пожалуйста, мне дверь, кто-нибудь. Тут вроде должны работать кнопки, но я не понимаю, как. Как дверь открыть, блин. О, что я сделал? О, спасибо большое, сэмпай, ты просто спаситель. Он мне дверь открыл, но мне нужно оружие, чтобы проверить, как здесь можно убиваться. И давайте мы за кем-нибудь последим, походим. Вообще, каково это ходить в школе Яндерки от первого лица? Я хочу все-таки попробовать открыть какую-нибудь дверь. На какую кнопку? О, открылось! Стоп, а это что такое? Что это? Чего? Это класс! Это вот карта. Ой-ой-ой, что-то оно у меня подвисает, если я пытаюсь вызвать меню. И попробуем еще раз открыть дверь. F. Ага, на E, видимо, дверь открывается. Да, на E открывается дверь. Правда, с 10 раза. Или все-таки на F? На E. На E. Все. Я научился открывать двери в этой Яндерке. Просто замечательно. Давайте мы попробуем как-нибудь тут пошалить. Знаете, поразвлечься. Хотя, перед этим давайте мы просто походим, поизучаем тут все. Да, двери открываются, конечно, с 100 раза. Опа, открыл дверь. Поехали. Я хочу залезть куда-нибудь повыше и осмотреть школу от первого лица. И, наверное, удобнее всего будет бегать вот так. И что вот это вот? А, я могу селфи делать. Упс, вот это вот. Я зря, конечно. Игра подвисает, когда открываются различные окошки. И весело. У меня ноги есть. Они, правда, не двигаются совершенно. А если я вот так вот буду смотреть? А вот так двигаются. А вот так вот? А вот так не двигаются. Я вот так вот летаю просто. Замечательно. Классец. О, среди листочков. Такую фотографию.
фотографию красивую запели для инстаграмчика, кстати. Подписывайтесь на инстаграмчик, выложу туда фотографию с цветочками. Ссылка в описании. Так, я хотел забраться повыше и... Охренеть! Здесь работает дебаг меню, это меня радует. Я могу быстро бегать и вот так вот выглядит школа Яндерки от первого лица. Ну, в принципе, как и от третьего, от второго, от четвертого, да хоть от десятого. Она не изменилась ни капельки, разве что это старая версия. И... Так вот как чувствует себя Соник, когда бегает. Вот это, конечно, тошнотворное ощущение. А когда ходит? Ну, ходить еще нормально. Чувствую себя каким-то алкашом. Но мне интересно, как будут выглядеть различные убийства и другие действия от первого лица. Вот что будет, если меня поймает консул, к примеру? Или как я буду втыкать ножичек в кого-нибудь? Давайте мы все это затестируем. Или вот что будет, если я подойду к сэмпаю? Я, по идее, должна начать вжиматься. Ага. Привет, сэмпай. А, все, 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 я не хочу к тебе подходить. Отстань от меня, пожалуйста, так. Давайте все-таки попробуем найти оружие. Да, боже мой. Я все-таки буду перемещаться, наверное, вот так. Так гораздо попроще. Или я пойду к учителям. Или к консулу. Или все одновременно. Так, по идее, они должны сейчас меня запалить. Здрасте. Ой, 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 все, все, ухожу. Ухожу, только не обращайте на меня внимания. Так, вот у нас учитель. Можно сходить к директору и к инфочан от первого лица. Это будет круто. Так, я вот до этого мог каким-то образом смотреть мышкой. А, я могу это делать только когда хожу. Вот оно что. Я понял, как это работает. Вот, все, элементарно. Я тупой, не с первого раза, понял? Так, инфоклуб. Что будет, если я подойду и попробую подглядеть? Ага, все зависнет. Как выйти? Ага, вот вышел. Лучше тогда инфоклуб не трогать. Как выглядит у нас клуб робототехники? Вот так выглядит. Вау, как это круто выглядит от первого лица. Так, как ты будешь есть суши от первого лица? Я сейчас буду все изучать. Как ты ешь? Покажи мне свой рот. Ага, ты открываешь рот. Замечательно. Привет. Привет, как тебя зовут? Хочешь познакомиться? Я прямо познаю мир по-новому. Хочешь со мной познакомиться? Ладно, все, успокоились, пошли дальше. Давайте мы зайдем в арт-рум, посмотрим, что там нового. А тут ничего нового нет. Наоборот, все по-старому, это же старая версия. Спускаемся пониже или повыше, наоборот. Я же хотел зайти к директору. У меня прям мысли путаются, потому что я записываю это видео, наверное, уже часов 20. Потому что я записывал один мод, второй мод. Записывал различные вариации того, как я пытался это запустить. Записывал то, как я пытался все это найти. В общем, это был гребаный кошмар, и мне будет очень приятно. Приятно, если вы поддержите меня лайкосиками. Давайте мы попробуем собрать 10 тысяч лайков, чтобы я наконец выпустил видео об обновлениях. Ну а пока что продолжим гулять по школе. Вот просто погуляем, посмотрим на консулов. Привет, привет, как ты будешь меня пинать? Вау! Выглядит эпично. А если она меня баллончиком пырнет? Ладно, я думаю, что если она будет меня пырять, то на этом все закончится. А я еще столько всего не протестировал. Так, пойдем дальше. Будем пока что вот так ходить, чтобы немножко ускоряться. Или даже вот так. Ай, боже, какой кошмар. Где вообще директор находится? Вот здесь. Вот сейчас будет самый сложный челлендж — открыть дверь. Опа, открыл дверь с первого раза. Замечательно. Так, заходим. Да, вот сейчас это выглядит максимально пафосно. Я прям подхожу к нему так медленно. Ну, здравствуй, директор. Че, кого? Блин, он выглядит как-то крепко. Давайте мы все-таки найдем оружие и попробуем кого-нибудь зачекрыжить. Так, побежали отсюда. Где же мне найти оружие, как вы думаете? И, по-моему, все уже разбрелись по классам. Вот я не совсем понимаю, зачем убрали интерфейс, потому что с интерфейсом было бы попроще. Чем он вам мешал? Непонятно? Но да ладно, я знаю, где мне найти оружие. Побежали прямиком к нему. Так, режим Соника включили, выключили. Так, тут нет консула. Нет консула. Подходим. И нужно вот сейчас каким-то образом забрать ножик. Я его забрал. Ага, все, я его убрал. Я чисто по звукам ориентируюсь. Теперь, внимание, готовимся. Достаем ножик. Она не обращает на меня внимания и... Вау, это было круто! Оба, стоять! Стоять, куда побежал? Это погоня от первого лица. Стой, 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 стой. Да, боже мой. Вау, почему никто не сделал яндерку от первого лица? Это же так круто выглядит! Не, ну это выглядит очень жестоко и омерзительно. Но от этого не менее круто! Посмотрите, как это эпично. Так, ты стой. Вау! Вот еще б не лагало. И о! Вот она меня наконец баллончиком пырнула. Правда, все так быстро происходит, что не успеваешь вообще ничего понять. И, видимо, сейчас игра зависнет, да? Да, вот сейчас игра зависнет. Вот проблемы убирания интерфейса. Видимо, интерфейс убирали, чтобы, возможно, было нормально играть. А сейчас мне все это нужно перезапускать, да? Да, все. Я больше ничего не могу нажать. Игра просто зависла нафиг. О, что началось? Нет, игра перезапустилась! Да ладно! Было бы интересно посмотреть на снап-мод, но я сомневаюсь, что
я могу его включить, и почему я появился здесь? Что происходит? Почему у меня окровавленные руки? Почему я в пятне крови? Почему школа пустая? Что за хрень? Какого черта? Это все мне не нравится. Где ученики? Так, а учителя здесь есть? Учителей нет. Простите, что я натворил только что? Куда все делись? Мне это все как-то не очень нравится. Так, открываем дверь. Открываем. Опа. Сэмпая даже нет. Да ладно. Мы сломали Ниндерку. Буквально одним убийством. Окей, давайте попробуем ее перезапустить. Я вообще не знаю, есть ли в этой версии Snap мод, но если есть, хотелось бы его запустить, но не получается. Потому что интерфейса нет, кнопок нет, ничего нет. Так, я все запустил, все опять работает. А давайте мы попробуем украсть ключи. Правда, там, по-моему, нужна какая-то определенная кнопка, которую я не помню. И как же ужасно смотреть на экран, когда она бегает. О-о-о, здесь еще старые мусорки, старые баги, да-да-да-да, лаги. Да боже мой, я просто хочу пройти вон туда. Как мне это сделать? Почему здесь 0 FPS? Ладно, аккуратненько проходим прямиком к клубу садоводства. Кстати, можем посмотреть на котика от первого лица. Правда, здесь камерой нельзя вниз и вверх крутить, это неудобно. Только вот так вот можем камерой крутить. Привет, кисуля! Можем еще в окна подглядывать, как маньячина такой. Здрасте, я за вами слежу. Вам все равно, да? А я подглядываю в ответ. И что вы там делаете? Опа, ответы сфоткали. Ой, забыл, что нельзя фоткать. Ладно, бежим в клуб садоводства. Я все-таки туда собирался. Так, заходим. И где она? Давайте подождем немного. О, как меня колбасит. О, она прибежала. Стоп. Теперь мы должны к ней подойти. Ага. Ждем, пока она отойдет, а потом попробуем украсть ключи. Правда, без интерфейса это сделать будет невозможно, наверное. А, нет, смотрите. Вау! Прикольно! Но, конечно, украсть ключи не получилось у меня. Давайте мы тогда ее попробуем убить. А, чтобы ее убить, нужна вот эта вот штука. Поднимаем. Не, поднимаем. Да блин. О, подняли. Она. Да блин! Все, она у нас в руках. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. Че началось-то? Ох, какой кошмар. Но у меня в руках сейчас оружие, и я не побрезгаю им воспользоваться. Как неудобно! Как лагает все. Да блин, просто хочу к ней подойти. Так, давай, давай, давай. Почему, когда я на нее смотрю, игра начинает лагать? О, привет! Опа! Чё-то это было вообще не так эпично, как я это себе представлял. Выкидываем оружие. Меня здесь не было, как лагает ужасно. Похоже, нужно игру перезапустить. Ну вы теперь понимаете, насколько муторно играть в Ниндерку со всякими модами. Это всегда головная боль, причем адская. Так, а что будет, если я, к примеру, пойду искупаться или переодеться? Как это будет выглядеть от первого лица? И нет, это не то, о чем вы подумали. Это все исключительно в научных целях. Так, идем переодеваться. Я как раз тут недалеко от ванны. Комнаты. Так, приходим. Вот где-то здесь мой шкафчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, буду вот так передвигаться. Мой шкафчик вроде вот этот. Его можно открыть. Или он не работает в этой версии. Или это не мой шкафчик. Так, ну я нажимаю что-то. Опа, вот он мой шкафчик. Ага. Я переодеваюсь. Я переоделся. У меня голые ноги. Я в чем вообще сейчас? Видимо, я в полотенце. А раз я в полотенце, я могу принять душ. Да? Могу ведь? Ну-ка, ну-ка. Эй. Душ. Ну, что-то как-то не очень душ принимается. По идее, вот я подхожу, нажимаю на кнопку. Нет. Либо она уже искупалась и как бы анимация прошла, либо душ не работает. Окей, давайте мы тогда пойдем таким образом прогуляемся. Или пойдем к сэмпаю все-таки. Посмотрим, как он отреагирует на мои идеальные ножки. Так, сэмпай, я уже бегу покорять твое сердце своей голой жопой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что происходит-то? Сэмпай, привет. Как я тебе? Сэмпай, 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 тебе все равно? Перед тобой стоит обнаженная дама. Сэмпай, ну какого черта? Алло, мне тебя пнуть? Оп, привет, привет, привет. Какой ты красивый сегодня. Че, зубы почистил? Да блин, и чё? Ему все равно? На то, что я вот так вот стою? Эй, может с ножом к нему подойти? Ладно, я сейчас вернусь, подожди, не пугайся. Я просто кое-что забыла. Так, взяли нож и погнали к сэмпаю обратно. Так, бежим. Вот я когда начинаю крутить все-таки без камеры, начинается какая-то вакханалия. Так, я с ножом бегу к сэмпаю. Вот ты где, дорогой мой. Привет, 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 привет. У меня в руках нож, смотри. Оп, оп. Давайте попробуем кого-нибудь убить у него на глазах. Да... Ну что ж ты за мразь-то такая, а? Вот, вот куда эта мразь пошла? А ну, иди сюда. 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 Хватаем. Убиваем. Я могу взять ее труп? По идее, могу. Только как? Должна быть кнопка для взятия ее трупа. Блин, какой-то кошмар. Ладно, побежали обратно к сэмпаю, только вот в таком состоянии. Эй, тебе все равно? Я с ножом в руках стою, окровавленная и голожопая. Куда ты пошел? Тебе настолько насрать? Куда ты пошел? Алло, ты че? Кто
же это мог сделать, а? Подумай, напряги извилины! Кто же это мог сделать? А куда ты побежал, идиот? Ах, какой он непроходимо тупой. Вот у меня нож, но чё ж ты полицию-то не вызвал? Все обычно полицию вызывают. Чё ты? Ты чё, тупой совсем? Ладно, привет, препод. У меня нож, и я в кровище. Ну? 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 Сделай что-нибудь! Она испарилась. И чё? И кого? Игра зависла. Это чё за мем такой? Какой-то прям анекдот, знаете? Да, весело. Начинаем заново. А, не начинаем заново. Походу, полностью игра сломалась. Ой, говно. Ладно. Перезахожу. Вот почему-то дома и в подвале режим от первого лица не работает. А вот если мы переходим в школу, то все прекрасно работает. И что будет, если я буду ржать, к примеру? Вот просто сейчас подойду и стоять вот здесь. Ржать начну. Ха-ха, смешно. Смешинявку поймала. Мем увидела на телефоне. Так, и всем на меня насрать. Вот только один какой-то мудила на меня попялился немножко, но и то. Как-то он расслабился. А где бандюганы? Может, мы попробуем стравиться с бандюганами? Так, ждем, подходим и давайте. Пинайте меня. Эй, что это вы меня не пинаете? Во-во-во, давай, поехали. Хочу с тобой подраться. Хочу, чтобы ты надрал мне зад от первого лица. Давай. Эй, эй, ты где? Стой, давай. Давай, нападай на меня. Нападай, мать твою, ты что такое сыкло? О, вау. Ау, ау. Больно. Девочку кто битой бьет? Ай-яй-яй-яй-яй. А что, это будет бесконечно продолжаться, или он меня в землю вобьет? Боже, какой кошмар, а. Это выглядит как-то совсем крипово. И сколько я могу выдержать ударов? Или это все зависло? Вот я ничего не нажимаю, смотрите. Ну-ка, и сколько ты будешь меня пинать? Просто какой-то адский буллинг в школе начался. Ты успокоился наконец? Да неужели? И что ты мне скажешь? А, и он такой типа, ну... Ладно, я пошёл. Всем спасибо за просмотр, увидимся. Что это было только что? Ладно, неважно, он меня отпинал, и я даже не знаю, чем еще здесь можно заняться. По идее, мы можем что-нибудь еще дополнительное сделать, но для этого нам нужен, к сожалению, интерфейс. Вот, что я могу шприц взять? Ага, могу. Давайте кого-нибудь пырну шприцом. Ага. Ну да, в принципе, все анимации выглядят одинаково. О, меня поймала медсестра за моими ужасными занятиями. И все, на этом, к сожалению, игра заканчивается. И, ребятки, вот такое вот очень необычное видео по Яндери симулятору у нас сегодня получилось. Я потратил на него несколько дней. Очень и очень много часов. Также еще раз спасибо тем ребятам, которые все-таки помогли мне найти этот мод, помогли его запустить и сказали, что нажимать. Ну и, конечно же, спасибо вам за вашу поддержку, за ваши лайкосики. Ну а мне пора отдохнуть. Боже мой. О, увидимся.